Всем привет, Китай Маркет с вами. Очередная посылочка с Китая у нас, с Алиэкспресса. Заказывала, значит, я помаду. По звуку и ощупу как бы похоже, что там помада. Значит, она должна быть в коробочке. О, на самом деле она в коробочке. Подарка никакого не получила я. Значит, вот такая коробочка. Здесь, короче, все так написано, все на английском языке. Читать не буду. Все равно перевести не смогу. Вот так вот выглядит помада. Ну, это там как бы у продавца их много видов. Я заказала цвет моку. Сказали, что она матовая. Но я, конечно, уже испробую на губах, как она смотрится. Пока я так вам показываю. Да, она на самом деле матовая, не жирная. Даже вот с каждым разом уплотняется. Значит, написано, что очень тяжело стирается, можно пить воду. Но это, конечно, то же самое. Я попробую на губах. Будет видно. Вот такая, значит, помада. Оценку пока не ставлю, не знаю. Когда попробую, тогда могу вам что-нибудь рассказать, описать. Если будут у вас вопросы, задавайте. Я их обязательно вам отвечу на эти вопросы. Кому понравилось, ставьте им лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну, на этом все на сегодня. Всем спасибо, пока-пока. До новой встречи.